Здравствуйте, дорогие хозяюшки! Сегодня я хочу рассказать, как я делаю салатик из капусточки огурчиком. Весенний салатик. Многие из вас, конечно, знают, как делать такой салатик, но некоторые молодые девушки, может быть, не знают. Поэтому я решила такой распространенный салатик рассказать, как же делать такой салатик. Итак, покупаем молоденькую капусточку. Затем мы меленько нарезаем капусточку ножиком или же специальное приспособление для капусточки. Меленько-меленько. Вот, дорогие мои хозяюшки, капусточка меленько-меленько покрошена. Теперь мы берем соль. Хорошенечко солим. Дорогие мои, смотрите, не пересолите. В норме солите. Посолите с одной сторонки и с другой стороны. Затем мы даем капусточке уписаться. Да, наша капусточка постоит немного, уписается, как говорят в народе. Затем мы берем ручками и вот так вот ее жмем, прижимаем ее. Она уже уписанная, смотрите, для того, чтобы она стала мягенькой. Поняли, дорогие? Теперь, дорогие мои хозяюшки, мы берем огурчик, разрезаем на две части и потом каждую часть мы разрезаем на 6, на 5, сколько там частей в длину. И нарезаем вот такими тоненькими пластиками огурчик. А теперь мы смешаем огурчики, нарезанные, с капусточкой, уже которая уписалась капусточка. Мы смешали капусточку и огурчики. Теперь, конечно, мы возьмем лучок молоденький. И меленько-меленько тоже нарежем и смешаем с нашим салатиком. Чтобы легче было нарезать лучок, мы целый лучок разрезаем на две части. Потом мы складываем вот так вот две части и аккуратненько, ножичком, меленько-меленько будем нарезать этот лучок. Теперь, дорогие хозяюшки, мы добавляем сюда укропчик нарезанный и петрушечку. Кто не любит петрушечку, может не добавлять. Но знайте, что это очень-очень полезно, особенно сейчас, в начале лета. Теперь, дорогие мои, берем, наливаем сюда немножечко яблочного уксуса. Конечно же, поливаем наш салатик оливковым маслицем. Итак, дорогие хозяюшки, наш весенний салатик готов. Сюда можете еще добавить или мяту, или базилик. Будет очень-очень вкусно и очень-очень полезно. Всем приятного аппетита!